Ну, теперь поиграем со знаменитостью доктором Хаусом. Я его не смотрел аж ни одной серии. Честная пионерская. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Доктор. Вот задание на первый тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Внешний признак тревожного явления. Ну, назовем слово. Давайте, давайте. Даю, даю. Симптом. Мало того, что персонаж является доктором, так и я что же, вроде как доктор, хоть и на пенсии, но доктор. И вы абсолютно правы! В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. Кого отваживали цирюльники предоставлением некачественных услуг? Семьсот очков, буква Р. Ну вот, откройте нам букву Р. Ну, вращайте барабан. Шестьсот очков, буква А. О-хо-хо-хо! Неверно! Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. Ой! Откройте букву О! Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Четыреста пятьдесят. Неверно. Будете крутить барабан. Семьсот пятьдесят очков. От, молодец. Такой буквы нет. Будете крутить барабан. Восемьсот очков, буква так, ну что ж это за слово такое? Цирюльники отваживали. Цирюльники – это кто? Это бродобреи. Так. Но они ж делали еще и хирургические услуги.
Опа! На родового они отваживали. Точно. Ой! Откройте букву «Г». Назовете слово целиком? Конечно. Давайте, давайте. Короче, они ментов отваживали. Абсолютно точно! И перед нами победитель! Ты смотри, вроде как иностранец, а знает. В эфире «Капитал Шоу» «Поле чудес». Супер игра. У них жандармы, копы. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые четыре. Ну, имя женщины, у которой в гардеробе было более 15 тысяч платьев. Елизавета. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Абсолютно точно! Вы выиграли супер игру! Эти аплодисменты вам! И в качестве суперприза мы дарим вам большую клизму Эсмарха. Вы выиграли супер игру и в качестве суперприза вы получаете блендер. Ну, на этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Так, ну перед этим в хатынку заглянем. О, это вообще знаменитость. Только что-то они вернулись обратно. Блендер у нас здесь. Только вот там наверху измельчитель написали. А блендер, хотя это фактически одно и то же. Ну, поехали. Конвекторный обогреватель. Дальше. Вентилятор. Дальше. Все. Деньги закончились. Больше ничего не мигает. Так, а интересно, почему вернулись обратно в Россию? Со знаменитостями. Ладно. Пока-пока.